сука. Где? Нахуй, да уволен! Блядь! Что у тебя? Где? Скажіть, ви, ну, це просто якісь органи чи телебачення, чи що? Щоб воно. Не клево.
Господи. Это сильно страшно было. Ну как вы думаете? Ну вы спали в этот момент? Да, я спала. А когда встала, нет, от взрыва. Загорелась эта самая, как заправка. Мне кричат, выходи, а я стою, вылупилась, а потом только вышли. Ну как шарахнуло, и все полетело. Наш ворог нанес 2 ракетных удара, и, на жаль, 6 людей загибло, є 11 поранених, стан важкості середній, вони знаходяться в лікарнях. Ми сьогодні робимо все для того, щоб закрити контори, бо по тільки скромним підрахункам 3600 вибитих вікон в 9 будинках. Прийняв. Мы находились, работаем рядом на соседнем предприятии. В 4:00 услышали свисты, взрывы. Слышали 3 взрыва, точно мы слышали. Ну, в принципе, вот такое мы предполагали, потому что расположенность рядом вот с заводом, она как бы, вот. Думаю, это просто отместка за то, что там пожгли в Ростовской области самолеты. Вот. И, в принципе, как бы немножко логически думать, мы, в принципе, ожидали, что такое может быть. И это может быть в любой район могло прилететь. Никто от ничего не застрахован. В Киевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 4 штурмовых, 3 аэромобильных и 8 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Новомихайловка, Клещеевка, Спорная, Андреевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.